Привет, друзья мои. Новости из Узбекистана. Узбекистан тоже послал Лукашенко. Напомню, что недавно в интервью Соловьиному помету белорусский, точнее шкловский маньяк заявил, что вслед за Белоруссию в так называемое преснопамятное союзное государство должны вступить Армения, Узбекистан, Украина и так далее. Ну, по поводу Украины ему сразу объяснили на пальцах, чего, куда, к чему, и куда ему идти, в каком направлении, и насколько быстро, я думаю, он понял и замолчал. Потом армяне заявили, что они как-то обойдутся без его советов. А вот теперь то же самое заявили представители Узбекистана, которые мягко, дипломатично, но очень понятно послали Лукашенко куда подальше. Ему было заявлено, что Узбекистан, естественно, как-нибудь без посторонней помощи разберется, в каком направлении идти, какие союзы заключать или не заключать, и что им вообще делать. И это вообще не дело Лукашенко и не его компетенция рассуждать, в какую сторону будет идти развитие Узбекистана. Четко, понятно и, как говорится, нелицеприятно. Лукашенко опять макнули пыском в лайну.